Всем привет, друзья! Сейчас я вам расскажу, как подключить руль игровой и механическую коробку передач к гоночному симулятору Assetto Corsa на PlayStation 5, на PlayStation 4. В первую очередь, перед заходом в игру, у вас должно быть выключено автоматическое КПП. Это касается коробки переключения передач, чтобы она работала на консоли. После того, как вы зашли на трассу, вам нужно включить руль. Выдергиваете провод руля. Он у меня здесь. Выдернули его и сразу засунули. Руль начал калиброваться. После этого нажимаете кнопку PS, появляется меню. В меню вы должны нажать на свой аккаунт. Потом у вас руль заработает. Он начинает крутиться как надо. Он реагирует, как вы видите. Вот он реагирует у нас. Затем у нас проблема, у нас не работает ручка переключения передач. Я выжал сцепление, переключаю, оно не переключается. Смотрим, как это решить. Работает у нас только подрулевые лепестки сейчас, в данный момент. Сейчас мы подключим нашу КПП механическую. Нажимаем на кнопку Option. Появляется меню. Нажимаем на треугольник управления. Появилось управление. Выбираем продвижение. Вот продвижение. Выбрали. Переключение по нижней схеме должно быть включено. Выходим. И теперь смотрим. Нажимаем сцепление. Включаю передачу. Передача включилась. Выключилась. Включилась. Выключилась. Отпустили сцепление. Включаем передачу. Слышим, как коробка шумит. Все работает. Выжали сцепление. Все работает. Вторая. И пошел. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.